На севере Китая, в городе Линьфэнь, произошел взрыв в многоэтажном жилом доме. По последним данным, погибли 9 человек, еще несколько ранены. Трое числятся пропавшими без вести. Сейчас рассматриваются версии произошедшего. Предполагается, что один из жителей незаконно хранил у себя дома взрывчатое вещество, которое и могло сдетонировать. На данный момент спасателям уже удалось потушить начавшийся на месте взрыва пожар.